Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 1 февраля, и сегодня начинает свой отсчет последний месяц зимы. А еще сегодня, 1 февраля, наступает один праздник, который называется «Колесо года Имбалк» или «Пробуждение», так называют этот праздник у славян. И энергия этого дня многократно усиливает процессы, которые проходят с 1 по 12 февраля и открывают нам двери для новых возможностей. И этот день, 1 февраля, дает нам возможность начать новый этап в жизни. Это день растущего света, очищения и исцеления. И этот праздник хорош тем, для того, чтобы прорастить свои планы, идеи, желания. И вы знаете, мистическая ночь с 1 на 2 февраля, она окутана невероятными практиками, обрядами, традициями, которые наши предки называли еще и громницей. Этот праздник – это праздник, друзья, огня и факелов. Поэтому вечером 1 февраля ваш дом должен быть освещен живым огнем. Именно в холодную зиму нам подскажут нам простые вещи. Поэтому обязательно возьмите свечу и обязательно зажгите свечу в своем доме. Итак, друзья, как же провести эту практику 1 февраля? Вам нужно взять, зажечь свечу. Вы можете зажечь любую свечу 1 февраля уже вечером после захода солнца. И, глядя на огонь, произнести следующие слова. «Сила огня, войди в меня, растворись во мне, укажи мне путь». Подари мне свет, дай мне силы принять все как есть, да будет так. И эти слова практики, друзья, нужно будет прочитать 7 раз. И далее пусть свеча сама догорит. И практики, друзья, которые проводятся 1 февраля на 2 число, направлены на очищение нашего тела, души и всего того, что нас окружает. Также обращаем ваше внимание, что это время начала нового этапа в жизни, начала творения, просыпания нашего внутреннего огня, который дает нам энергию и преобразование в действие. Поэтому 1 февраля – это день, когда вам могут даваться крылья, крылья вашим мечтам, желаниям, и также готовиться, возможно, высшими силами те события, которые будут говорить о том, что вас ждут в скором времени какие-либо перемены. Поэтому будьте открыты сегодня 1 февраля к знакам и откровениям окружающего мира. И следуйте за тем, что ведет вас и имеет для вас значение.